Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. И сегодня мы продолжаем проходить игру, которая называется Battle Hunt. Ну что же. Так, бонус дня у меня, да? Забираем резиновый утенок. И чего он дает? Интересно. Так, что тут у меня, значит, ребята? По деньгам у меня 2733. Отлично. Квесты. По квестам пока как-то кисловато все. Блин, мне такое ощущение, что опять он орет. Давайте сделаем чуть-чуть потише. Вот так. Я думаю, так будет лучше всего. А то в прошлый раз у меня музыка аж зашкаливала. Так, здесь что у нас? В магазине. А, в магазине, елки-палки. Куда же я лезу-то? Хотя здесь должно быть что-то бесплатно, да? Ага, вижу. 20-часовой набор. Ну давай, открывайся, что ты? Только что тебе посчастливилось получить фрагменты. Владелец, ну это я помню, помню. Что будет каждый раз мне присылать владелец. А это у нас четырехчасовой набор. Ну давай, я получаю. Так, три усиливающие карты. Ты мне дашь их или нет? Переключить цены можно здесь. Попробуй сейчас. Я ничего пробовать не собираюсь. Дай мне карты мои. Вот засранец мелкий. Чё тебе надо? Какие цены тебе переключить? Попробуй сейчас. Здесь. Где здесь-то? Слушай, он мне... Он что-то тут чушь, по-моему, какую-то несет. Блин, а как мне отсюда выйти-то? Ну что же, ребята, да, там на самом деле был опупенный глюк. Вот теперь я вижу цены на фрагмент. Все, как говорится, отлично видно. Тебе не хватает средств для серебряного набора, поэтому давай я тебе немного подкину. Ну, подкинь. Ух ты, нихера ты мне подкинул, малорик. Так, у тебя достаточно фрагментов для серебряного набора. Купи его сейчас. Обязательно куплю. Давай, 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 не томи меня. Давай посмотрим, что три карты. Щит с шипами. Ох, а это шаровой щит. Поспешный сокол. Это оно. Получить больше фрагментов каждую неделю можно на арене. Вот оно как. На арене. Я смотрю, у нас тут... Что у нас тут? Вызовы. Это, наверное, и есть арена, да, ребята? Так, посмотрим, что у нас здесь. Изменилось что-нибудь? Нет? Пока не вижу. Но вижу что-то в достижениях. Так, обитель. Получаем 10 кристаллов. И здесь еще 10. Ху-ху, шикандос. Отличненько, в принципе. Ну и что у нас далее получается, ребята? Ежедневные миссии какие-то. Да, я получаю бесплатный набор. Меня это радует, хорошо. Люблю все на халявку, ребята. Так, а здесь-то что опять моргает? Почему моргает опять этот значок, а? Вот этот я так не мог тогда получить. Сейчас-то вы мне дадите его? Да, ребята, все работает шикарно. Так, фонарь духа, святая книга и старая игральная кость. Все мне понятно. Ну, а этот ящик у меня, по ходу дела, просто так, да? Хотя, постойте-ка, я могу... Да ничего я не могу сделать. Так, премиальное время. Ух, не то. Наборы, самоцветы. Бесплатного нету? Нету. И специальные предложения. Нету ничего здесь, короче, ребята. Рукавица, я уже забыл, что такое рукавица. Рукавица, ребята, это где мы с вами в прошлый раз запоролись, да? Я прошел, даже, по-моему, не допрошел первый этаж. Но вроде как отмечен, что пройденный. А, нет, нет, вот я на третьем подземелье тогда встрял. Не знаю, я, наверное, пока не буду, ребята, делать. Потому что, смотрите, в таверне героев, да? Давайте глянем еще раз. Можно нанять вот этого героя. У него элемент воздух плюс 6. 1300 мне нужно денег, а у меня всего, ну, грубо скажем так, 3000, да? Мне еще 3300 надо заработать. А где я их могу заработать? Наверное, на выполнение просто обычных миссий. Хелмов лес мы с вами, я не помню. Давайте мы его, наверное, допройдем все-таки, да? По 3 звезды везде надо. Бри и Монти. Я даже не знаю, может быть, все-таки Брома взять. Хотя, видите, у Брома здесь стрелочка вниз идет. Означает, что он, наверное, здесь хреново будет себя вести.
Автосражения у меня тоже нету, поэтому давайте своими силенками попробуем здесь справиться. Я хочу победить, хочу получить 3 звезды и открыть, в конце концов, новую карту. Да, надо будет еще сходить на арену, посмотреть, что она из себя представляет. Так, ну что же, ребят, давайте приступим. У меня тут, я смотрю, преимущество показывается на волшебной гранате. Соответственно, я ее бабахну. Так, и смотрите-ка, гибельная стрела. Давайте тоже, наверное, на него же. Так. Ну, не подведите меня, ребятушки. Я в вас верю. Погнали. Шикарно. Отлично. Все как нельзя хорошо. Слушайте, по-моему, все равно как-то громковато, да? Давайте-ка сделаем вот так вот. Я думаю, вот так вот будет самое то. Так, что мы сделаем? Давайте, наверное... Почему магический заряд у меня с... прервать на один ход? Прервать? Не, давай я пугающую жару поставлю. Ну, а здесь мы сделаем... Почему духовой дротик? Критический удар будет, да? Нет, я уж лучше приземленную стрелу. Но... Давай, Монти! Не подведи меня. Эх, Бри, слабенько ты бомбанула, конечно. Ой, кстати, ребята, у меня же новые карты. Надо будет их потом расставить все обязательно. Отражающий свет. Давай-ка вот сюда влепим. Бомби. Малорик, Монти, ты как всегда на высоте. Красава. И они у меня начинают по Бри молотить, а? Посмотри, что гады делают. Ладно, мы сделаем тогда, наверное, исцеляющее заклинание. А здесь тоже поставим отражающий свет. Потому что они пуляют в основном, как вы видите, магии. Этот щит нас хоть как-то обережет от ихних атак. И теперь мы делаем шквал дымчатый. И давайте, наверное, тупой стрелой. Думаю, сейчас он сдохнет. Шикарно. Ха-ха, вот так вот, а вы думали... Мыши поганые. Не тут-то было все. На-ка, выкуси. Ух ты, блин, огонь как сильно жарит. Это мне нравится. И пугающая жара вот на этого чудика. Добивает Бри. Так, ну это у меня только вторая волна, да, ребята? Да, вторая волна и еще... Какая вторая? Только первая. Фак. Ладно, ставим отражающий свет. Это, как говорится, чтобы нам выжить. И приземленная стрела. Да, я думаю, так будет самое эффективное. Слушай, Монти хорошо по ним жарит, я смотрю. Ядрить тебе на корень. Его еще и отравили. Естественно, мы сразу будем делать отхил. На 57 слабенько, конечно, но... Все-таки. Пузырьковый щит у меня есть, также есть... Смотрите, светящийся посох почему-то дает слабину. Понижение точности на 20% 4 хода. Так, давайте-ка мы с ним разберемся вот так. Он, по-моему, сонар активировал, да? Или я путаю что-то? И режущую кромку будет самое оптимальное. Блин. Ага, вот он сонар активировал. Теперь только добить его надо. Не успели. Так, отражающий наколенничек мы пока не будем тратить. Почему ты не можешь применить это на Монти, а, Бри? Неужели это твой индивидуальный напиток? Так, а вот у нас мультиукус прибыл. Так, мультиукус. Это только лишь второе сражение, ребята. Надо как-то его... Давайте пугать... Нет. Или да? Да... Нет, не хочу. Давайте магическим снарядом бомбанем. А вот уже здесь отражающий наконечник. Посмотрим, как у меня сыграет... В этот раз и заклинание исцеления ставим. И, наверное, давайте пугающую жару поставим. Давай, Бри, не подведи. А почему у этого мультиукуса наверх? Критический удар у него, да? Всем врагам! Ах ты! Он всем врагам будет делать урон. То бишь, это как мини-мини-боссик такой. Тихо, Монти, держись. Не падай. Нам его надо добить. Я, конечно, могу метеорит сейчас использовать, но стоит ли он того? Думаю, что нет. Давайте светящийся посох сделаем.
Что такое? Что он сделал? Ёлки-палки, что-то он такое тут чуданул. Нет, а, в принципе, да, ребята. Сейчас я делаю вот так. И подхил. Я думаю, должно сработать. Ну-ка. Ну что ж, довольно неплохо, но слабовато, ребята. Все-таки слабовато. Прошел у меня этот метеорит. Пузырьковый щит. Слушайте, надо, наверное, ставить пузырьковый щит. А здесь отра... Хотя они вроде магии-то не применяют, а? Режущая кромка сделаем. Главное, чтобы у меня Монти выжил. Не дают мне хорошего удара, ребята. Я... Надо будет, помимо этого дымчатого снаряда, что-то еще изучить хорошее такое, чтобы... Чтобы я мог противостоять этим вражинам. Так, посмотрим, что у нас из этого получится. А что они у меня глючат-то все? В каком-то как в стане стоят. В общем, мне это только на руку. Давайте добьем вот этого тупой стрелой. Если Монти не добьет. А он добивает. А, ребята, у меня, оказывается, помимо хила ускорение идет, видимо, да? Смотрите. Ладно. Пузырьковый щит пробили. И у меня остается не очень-то много вариантов. Ладно, давайте попробуем так. Бри, наверное, не добьет все-таки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ребята. Пугающую жару, в принципе, должен добить. И отражающий наконечник. Если успеет, то молодец. Если нет, то я труп. Ай-яй-яй. Собака, что делает? Рост, он еще и вырос. Еще и ржет, а? Ты посмотри, ну, давай, Монти. Все, все только в твоих руках. Пузырьковый щит мы сделаем на Бри. Пускай она хоть немножко ее защитит. Давай, бей. Отлично. Ай-яй-яй. Нет, все-таки выжила, и это хорошо, ребята. Подлечим ее маленько. И сделаем... Что интересно тут лучше сделать? Давайте режущую кромку попробуем все-таки. Че такое? Да, Бри, прости. Не вышло как-то у меня то, что я хотел. И опять же я не получаю, ребята, 3 звезд. Мне бы тут вообще выжить бы для начала. 3 звезды я тут губежки раскатил. Да, Монти, я тоже думаю, жалко Бри, конечно. Не получилось у нас вообще 1 звезда. Ну, я знаю, почему, ребята, это все у нас получилось. Потому что карты надо было другие ставить. Или, по крайней мере, усилить те, что у нас есть. Нет, спасибо, я не хочу ничего от вас сейчас получать. Так, где мои боевые карты? Вот. Смотрим, ребята. У меня, в первую очередь, идет Монти. И изменить колоду. Изменить колоду. У меня здесь что? Сияющее пламя. Это что такое за карта? Рукопашная атака наносит урон одному врагу. Шанс 20% на понижение точности. Ага, понятно. И все, больше у меня никаких карт нету. А шаровой щит это что означает? Шанс 20% на критический удар. Защищать щитом одного союзника. Расходы очки щита. Да, тут надо подумать хорошо. Вот магический снаряд, я сразу скажу, что это, по-моему, бесполезная карта. Мы ее заменим. Так, дымный снаряд, вот самая эффективная карта, пугающий и светящийся посох тоже как-то не особо себя проявляют. А управление временем это на замедление, шанс 20%. Замедлить врага. Что значит новинка, блин? А, уровень новинка, понятно. Ладно, хорошо, давай посмотрим, что у нас у Бри есть. Изменить колоду. Зажигательная стрела. Ага, смотрите-ка. До огня. Угу. И рикошетный. Кстати, вот надо вот эту взять, я думаю, да? Зажигательная стрела. И поставить ее вместо... вместо чего поставить-то ее? Давайте вместо... Вот. Приземленной стрелы. И рикошетную мы возьмем вместо духового дротика. Я думаю, так будет эффективно. Так, а теперь осталось нам что? Нам осталось, ребят, наверное, эти карты улучшить.
Я уже забыл, честно говоря, как они улучшаются. Давайте. Ой, нет, 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 не то. Не то, не то, ребята, я хотел сделать. Мне нужен Монти. В первую очередь нужно сделать у него. И мы сделаем на исцеляющее заклинание. Так, резиновый утенок. Пылающий тотем. Хорошо, давайте сделаем. А это что у меня? Это у меня, получается, карты, да, такие есть. Отражающий свет. В общем, рука голема. Насколько он дает? На 66. Ух, как медленно ты раскачиваешься. На 84, это уже хорошо. 93, вообще замечательно. Но мне придется, ребята, потратить деньги. Вот здесь у меня встает выбор, знаете что? Или мы с вами все-таки копим деньги на нового персонажа, или все-таки улучшаем карту. Сейчас, в данный момент, я склоняюсь к тому, что нам нужно все-таки улучшить заклинание. Знаете почему, ребята? Потому что нам без этого далеко не уйти и, соответственно, не заработать деньги. Поэтому я беру ответственность в свои руки и подтверждаю. Хил у меня идет на 93 исцеления. Замечательно. Теперь осталось карту Убри какую-нибудь увеличить, улучшить. И я думаю, что это будет, наверное, отражающий наконечник. Бьет она у нас на сколько? На 112. Только единственное, я не помню, 112 это обоим врагам, ну, если она рикошетит, или первому только, или делится вообще на всех поровну. Так, я могу ее... Давайте сделаем... Ну-ка, у меня каких карт? Вот, фонарь дука, очень много карт. 126, отлично. И если я еще... Всю... Ох ты! А вот эту, если я... О, 168, неплохо. Давай, родная. Увеличивай, увеличивай, 182. И, ёлки-то палки, 196, я подтверждаю. Хрен мне, что получится, ребят, ничего не выйдет, потому что слишком много денег стоит. Чёрт бы тебя побрал, а. Так хотел как можно лучше сделать, получилось, как всегда, хреново. Ладно, хоть что-то мне дали на этот раз. О, руна огня, Монти. Тут же как-то же можно еще эти улучшать. Я, правда, забыл. Давайте глянем, что у нас тут по героям. Вот, вот оно. Подготовить героя. Смотрите, у меня будет 435 хп. Давайте сделаем. Отлично. 510 даже у меня получается. Вообще шикарно. Ну, следующее усиление, конечно, стоит офигеть сколько. И я мог бы улучшить метеор свой, суперудар. Но, как видите, денег у меня не хватает. Ну, а что у нас с Бри? Да, денежек тоже нету. Печалька, давайте, ребят, тогда сделаем с вами так. Посмотрим вообще, что у нас здесь за вызовы. Уже скоро. Что, уже скоро? Их еще, походу, нет, получается, да? Гильдия, рукавица. Ну, в таверну суваться не надо. И так, воины гильдии, почтовый ящик. Ну, у меня почты, наверное, нету, нифига, да? Дорожайшие... Мои глупцы. Это я читал в прошлой серии, так что не будем пока. Ладно, я считаю, что надо нам отправляться пока опять же сюда, в Хелмов лес. Поздравляем, ты проходишь все нормальные подземелья в данной локации и разблокируешь элитные подземелья. Монстры в элитных подземельях намного сильнее, но гораздо значительно лучше. Готов к испытанию? Ну, давай, готов я, хорошо. Подземелье один. Трофейные бонусы. Погнали, попробуем, да? Как говорится, что мы, ребят, теряем? Абсолютно ничего. Ну, а посмотреть, я думаю, есть у всех желание, насколько здесь все усилено. Ага, значит, у нас тут шквал и гибельный укус. Ну, я думаю, с ними мы сейчас быстренько разберемся. На-ка, получи. И рикошетный стрел. Блин, рикошетный стрел 35 всего, очень мало. Давайте вот гибельный. Вот сюда, в него же. Так... Ну, это ерунда, это мы вытерпим. Шикарно. Иммунитет от яда. Будем знать, что здесь... Да хорош уже молниями-то этим строчить-то уже. Глушишь только меня лишний раз. Погода. Давай, Монти, прижги ему. Да. Ух ты. Ладно, следующая партия вышла, да? Также сделаем пугающую жару. Что ты там, паучок, встал на дыбы? И зажигательная. Нет, рикошетная или зажигательная. Давайте, ребят, наверное, зажигательная попробуем бомбануть. Что из этого получится? Все мою бришку атакуют, а? Урон от огня. Ну? В
принципе, неплохо, но слабо. Пузырьковый щит я не буду применять пока. Давай так попробуем, рикошетный теперь. Что из этого получится, сейчас глянем. Ох ты, ничего себе, он плюнул. Так, Бри, тебе надо лечиться, родная ты моя. Так, паучонка сожгли. А этот шквал сейчас будет выпускать сонар, я больше чем уверен. Ладно, делаем так. Светящийся посох. И... блин, и... давай так попробуем. Ну, слава богу, Монти у меня маг, поэтому у него как бы такой врожденный иммунитет к магии. Он выдерживает такие удары. Ослаблен для огня. Это значит, что мы его сейчас просто зажариваем. Как сосунка. Давай, пей чай. Отлично. Ну, Монти, давай, жги. Ну, жги давай, родной, ну что... А, подождите, жги. Сейчас мы поставим вначале выстрел. Так, отличненько. Теперь, Монти, твой выход. Все, воспламенен. Молодцы, молодцы, справились. Все отлично. 3 звезды. Отличненько. И что я тут получу за награду? Ну, 325 и слава 25. Ладно, хорошо. В принципе, меня это устраивает. Так, ну я могу также и дальше пройти. Тут у нас будет уже подземелье номер 2. Я смотрю, тут опыт уже красненький какой-то, баночка и какие-то амулеты. Почему-то здесь у Бри снижены показатели. Я не знаю, что это означает. И, кстати, у Брома тоже. Но у нас выбора нету, нам придется с вами идти в бой, раз мы назвались груздями. Как говорится, полезли в корзину. Так, дымный укус, гибельный укус. Хорошо, как скажете. Мы начнем, наверное, со светящегося посоха. И, слушайте, зажигательный. Это, я так понимаю, огненный, это ядовитый. Ну давай вот этого будем жечь. Смотрите, у него стрела в масле, он даже... Опа! Нормуль, то бишь... В данный момент я могу огоньком сейчас залепить сюда, и они будут воспламенены. Но у меня нет пока огненных этих карт. Поэтому придется делать вот так. Я же режущую кромку вроде бы убирал у себя из колоды. Или нет? Или я просто-напросто... Да, видно, я просто-напросто карты усилил, но ничего с ними не сделал, не поменял саму колоду. Ладно. Пугающая жара, вот это уже другой разговор. Сейчас мы их поджарим хорошенечко. Так, это сдохло. И ядовитая сейчас тоже у меня помрет. Она обязана просто сдохнуть. Жги, Монти. Капельку, ага, урон от огня. Сейчас мы тебя вот так еще. Все. Ага, все, губешки раскатил. Не все, только начало. Гнилостное жало, ты уж больно меня как-то пугаешь. Встал в свою поганую стойку. На тебе, посохом светящимся. И рикошеточку опять же мы сделаем от тебя. На-ка. 52-26, слабенько, слабенько. Слушайте, ядовитой стрелой, я думаю, здесь бесполезно. Потому что они ядовитые оба. И у них будет иммунитет стопудово. Так, отлично. Ну, не добило, так не добило. Что же сделаешь, да, Бри? Бри, ты моя хорошенькая. На-ка, получи вот так. И сделаем... Ну, хрен с ним, давайте отражающий наконечник. Соточку, сразу соточку. Нифига ты бомбишь. Надо подхиливаться. Другого пока выбора нет, ребят. Жги, Бри. Отлично. Ну, это фигня, укусы твои эти бредовые. И вот так вот. Что это такое она сделала? Преимущество какое-то, да? Все, добегалась. Молодец, молодцы. Все, молодцы, хорошо сработали. 3 звезды, отлично. И я получаю славу и деньги. Это ж сколько мне нужно тут сходить в этих подземелья, чтобы заработать на 6 тысяч. Хо-хоу. Так, давайте-ка мы все-таки... О, я могу улучшить свою Бри.
За 1500, ребята, за 1500 я, наверное, сделаю это. Как говорится, не жалей улучшать своих воинов, и тебе воздастся. Ну, а здесь вот изменить колоду. Давайте посмотрим, вот она моя колода. Нет, все-таки я все правильно сделал. Я изменял тогда приземленную стрелу и духовой дротик я брал, да. Все так оно и есть. Ладно, хорошо. Ошибка, как говорится, была. Ну да ладно, главное, что мы все здесь разъяснили. Получаем вонючий сыр и кристаллы. Так, у нас же еще есть водные пути. А что у нас по водным путям, ребят? Третье подземелье. Кстати, здесь ни одно подземелье я не прошел с тремя звездами, да? Давайте попробуем. Автосражение. Хорошо, давайте сделаем автосражение. Посмотрим, как у нас сыграет с этим робот. Ой, это же, по-моему, где... Нет, это глаза. Я думал, это где скелетики у нас. Прохладный фокус, да, значит? Ну-ка. Слушай, если прохладный фокус, значит, по идее, здесь ледяные. Огонь должен хорошо бомбить. Но здесь с точностью, да, наоборот почему-то все. Убери преимущество перед этими глазами. Так, контактные линзы, успокойся там нафиг. Смотрите, Бри у нас активировала ледяную стрелу и отравила его. Довольно неплохо. Ладно, это первый был бой. Сейчас будет второй. Я просто немножко не могу понять, кто они. Можно, в принципе, было посмотреть или воздух, или вода. Одно из двух. Или лед какой-нибудь. Так, бомбит прохладный укус. Кусает Бри. Бри применяет травяной чай, а мы светящимся посохом бьем прохладный укус. Хорошо. Пузырьковый щит применил Монти, причем два раза на Бри. На Бри он тоже его поставил. Урон от воды. Да, ребята, эти мыши стихии воды. Значит, соответственно, огонь должен на них очень эффективно действовать. Ну что же, компьютер здесь меня не подвел, хотя... Довольно легкое это подземелье было, я бы мог его и сам пройти. Ладно, три звезды у нас есть, и мы получаем... Ух ты, сок для жуков. Яйца придуна. Это что такое, для чего, интересно, а? Яйца придуна. Вот назовут, так назовут. И, а что вот нужно, чтобы здесь открыть? Сумеречная могила закрыта. Чтобы открыть данную локацию, необходимо победить... Пятый уровень, шаг в темноту, водные пути... Пятый шаг. Это вот этот вот. Хорошо. Давай попробуем вот этот бой. Я его сейчас сам попробую отрулить. Получится, нет, не знаю. Так, пауки-придуны. Они у нас водяные, поэтому надо их всех жарить огнем. Блин, у меня огонь только у Монти. Ух ты, как хорошо. Смотрите, да? И пузырьковый щит мы поставим на себя. Нафиг, от греха подальше, потому что не знаю, чем они сейчас там будут бомбить нас, но должны неплохо жарить, по идее. И отражающий наконечник. 66. У Бри, кстати, неплохой иммунитет вот от дальней атаки. Монти так сразу бы упал бы здесь на соточку, как минимум. Давай пугающую жару сделаем и зажигательную стрелу. Хотя он в любом случае уже не жилец. Укрепление. Да хоть ты заукрепляйся, сейчас ты у меня отдуплишься. Ты смотри-ка, а? Монти не смог справиться. Так, а еще один бой будет. Ага. Ну давай, пугающую жару. И рикошеточку. Хотя рикошетка, по-моему, под стихию воздуха. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Ну что ж, довольно неплохо Монти сделала свой ход. Да, ребята. Слабый удар получился у Бри. Так, давай. Нет, волшебный грант тоже воздух, по-моему. Ладно, сделаем вот так. А ты у меня давай гибельку. Сшибани-ка по ним. Вот, вот это уже другой разговор. Сияющее пламя, это хорошо. Зажги тут, Монти, все, что можно и нельзя. Так, гибельная стрела тоже сюда же применим. Ну и... Ну,
50-50, так скажем. Хо-хо, а вот я... Опа! А это уже какой-то мини-босс, ребята. И я думаю, светящийся посох и зажигательную стрелу. Сделаем так. Он укрепляется, гад. Насколько еще какой-то собирается сделать? Так, прикольно дергается. Блин, я даже не знаю, наверное, сейчас как прыганет, как скаканет. И очень много хп отнимет. Если вообще не убьет. Блин, хоть бы какой-нибудь станчик был бы, я не знаю, застанили бы его. Пугающийся посох. И еще раз гибельную стрелу. Сейчас прыганет, стопудово. Опа! Фобия. Ё-моё, он моих этих напугал. Я надеюсь, это никак не повлияет на ихнюю атаку. На-ка, гори нафиг. Не буду я с тобой тут тюкаться. Сгорит, нет? Чуть-чуть буквально, ребята, не хватило его добить. Давайте сделаем отхил. Неплохо. И мы его сделали. Сколько звезд получаем, интересно? Две, три или одну? Раз. Понятно, раз. Билет для набега. Глазные яблоки и мармит. Да, не знаю, что это такое, но звучит хорошо, мармит. Итого у меня все равно мало денег. 2281. Ну, задания еще какие-то сделал. Ага, 1500 за задание. Неплохо, ребята. Слушайте, а что у нас тут? Вот, могучий отряд, да? Получите боевые карты 9. Это как понимать? Боевые карты 9. Хрен его знает. Так, повысить мощность брома. Заполучить боевые карты, это все понятно, конечно, но не то, что надо. Пройти рукавицу часть 1. Нет, спасибо, это пока еще тяжело мне дается. Давайте подземелье 3. На, как говорится, на 3 звезды сейчас рискнем. Получится, нет? Но я думаю, что должно получиться. Тем более здесь эти летающие мыши, для нас они уже как родные, в принципе, как орки из этого, из Hustle Castle. Ну что ты, хорош, успокойся уже. Давай, Монти, жги. Нет, я буду знать, что вот эта фигня, а не урон. Гибельная стрела. Вот давайте, нет, хотя да, почему нет-то, рикошеточка, самое то для них. Пузырьковый щит мы поставили. Хе-хе, мимо. Так они на Бри теперь отыгрываются, а? Посмотри на них. Бри, не бзди, я тебе сейчас подлечу маленько. Так, оба сейчас будут активировать сонар. Нет, один только. Значит, мы вот этого в первую очередь должны забомбить. Монти, жги. Не тупи. И вот так вот. Должно, по идее, сработать. Тут все четко. Да как ты задолбала меня, мышь, а? Сонар опять она активирует. Ну? 112, довольно неплохо. И вот, наконец, мы добиваем его, наверное, светящимся пламенем. Это, кстати, последний наш бой. Должны победить и получить 3 звезды, как минимум. Блин! Неправильно я расшифровал, тут оказывается 2 и 2. Ладно, дымчатый снаряд и отражающий наконечник. Одного так мы точно должны вот этот шлепок по земле замочить. В любом случае. Потому что Монти сейчас звезданет своим суперударом. Вот о чем я вам и говорил. Ну и бич. Бич тоже долго не проживет у нас. Давайте-ка вот так сделаем отражающим наконечничком. Ну, довольно неплохо. Метеорит я не буду тратить, ребята. Вот сделаем лучше пугающий посох. Все, шикарно вышло. 3 звезды как минимум должно быть. Молодцы, молодцы, ребята. Хорошо сработали. Ну, о чем я вам и говорил, ребята. Так, 384 золотых монет. Все равно этого еще мало. Но уже приближаемся. Уже 4165. Так. Хелмов лес. У нас там, наверное, открылось теперь... Ага, подземелье вот это.
элитные, это подземелье называется. А здесь у нас какие грандиозные подземелья там уже будут. Давайте сделаем бой. Все-таки уровень неплохой здесь, выпадание дропа. Так, погодите, а это у нас, скорее всего, водяные какие-то, да? Вот этого мы сразу гасим. И рикошеточку. Если я вот так сделаю, ну-ка. Черт подери, слишком сияющее пламя. Урон земли. Смотрите, штормовые споры довольно неплохо получили урон. И сейчас, в принципе, им настанет конец. А мы в то же время вот так вот сделаем. Нет, рикошетная нету смысла. Вот гибельную сейчас запулякаем вот в этого. Так, что он делает? Он меня замедлил, зараза, а? Хоть он и погиб, но все равно он меня замедлил. Давай вот так вот. Отлично, все вышло как нельзя хорошо. Какое нафиг комбо еще ты там делаешь? На-ка, получи, блин, комбист. Все, теперь я понял, что такое комбо. Он делает атаку, на следующий ход он опять же делает атаку. На, сдохни. Так, это была первая у нас бойня. Теперь вторая. Черт, он мне замедление вот это не нравится. Пузырьковый щит. Давай, Монти, поставим тебе щит. И вот так попробуем. На отражение сыграть. Не знаю, что из этого получится. Но должен быть какой-то толк от этого. Так, на 93 у нас подхил. Ну что ж, да, неплохо она бьет, Бри. Очень даже неплохо. Давайте мы этого паука нафиг зажарим. И гибельной стрелой его добьем. Комбо, видели? 150. Сейчас он еще сделает наверняка удар. Хотя, может быть, даже ничего он и не сделает. Потому что не успеет. Так оно и есть, ребята. Хорош тебе там отхиливаться, а? Грибок, поганка ты такая. Так, мы его в стан загнали. Вот это вот хорошо, ребята. В стане он беспомощен. Мы его сейчас просто раздеребаним. Я еще сейчас сделаю подхил общий. Довольно неплохо. Плюс ускорение, насколько вы видите. А он опять не своим замедлением, а? Ну, здесь твой фокус, извини, грибок, не прокатит. И еще разок. Все, готовенько. 3 звезды как минимум. Шикарно. 1, 2, 3. Все отлично. Все прошло как нельзя хорошо. 400 золотых монет мы получаем с вами. И у нас буквально, ребята, не хватает чуть-чуть. Буквально 2000, чтобы открыть нового персонажа. А новый персонаж у нас кто? Кстати, здесь доска трофейных заданий. О, а как же я про нее забыл-то? Конечно. Так, в этот раз твои герои не нашли бонусных трофеев. Используй героев, имеющих стихийное превосходство, или героев более высокого уровня, чтобы повысить свои шансы на бонусные трофеи. Понятно. Ну, деньги там не дали, и это самое главное. И еще здесь 250. Да, это я все понял. Так, а здесь у нас на 4 часа, тут на час. Захват, спасение груза. Захват. Ну, давай захват. Мы, предположим, отправим сюда Бри и Брома. Да? Ага, вот он, шанс-то показывается, ребята. 22%. А если... Че, вообще ноль? Ёлки-палки, 22%. Да. Конечно, это все ерунда. Что такое 22%? Ну, а спасение груза? Чё? Да ну хорош вам, ребят. Ну чё, вы издеваетесь, что ли, а? Блин, ну, а предательство? Вообще 15%, а так 30%. Ну, сделаем вот так вот отправку. Хорошо, пускай они идут. Шанс на бонусный трофей 30%. Я надеюсь, что эти 30%, ребята, сработают. Так, а мы хотели посмотреть, кто у нас здесь за герой. Я так предполагаю, что этот парнишка, Хокай его звать, должен быть каким-то лучником по ходу дела. Потому что у него сзади вроде как торчат стрелы. Черта, у него вихрь, активный фокус. Ага, да, ребята, вот у него стрелковые атаки и усиление скоростных
Атак отряда на 10%. Ну, как видите. Ух ты, а тут можно и вот этого будет нанять. Или нельзя? В чем-то здесь загвоздочка, да, ребят? Смотрите, они все стоят 6300. Абсолютно все. Ладно, когда мы наберем эту необходимую сумму, мы обязательно с вами посмотрим. Ну что ж, ребята, а на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. А на этом все, всем пока, до скорых встреч, ребята.